You're listening to DFM Dance Radio. DJ Prophet presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Finally, the bass music is the trend. Yeah! Bassland Show by DJ Prophet. Every Wednesday at midnight on DFM. Друзья, как обычно, сразу же после диджей Грува, с вами я, диджей Профит. Меня зовут Кирилл, представляю Bassland Show. Каждую среду с нуля до часу ночи, И сегодня у меня в эфире не эфир, который посвящен бэткомпани, который я обещал. К сожалению, у меня не получилось подготовиться основательно. Я, собственно, наполовину это сделал, но в следующую среду обязательно это сделаю. Буду играть самые лучшие треки Bad Company, которые приезжают к нам в Москву 29 сентября на фестиваль World of Drum & Bass Club City on Hall. А сегодня я подставил Essential Mix by Edrush Optical, который был записан в 99 году специально для Radio 1, BBC, да? Офигенные треки, и как раз таки сейчас будет вступать самый-самый известный хит от Bad Company. Сейчас вы его узнаете. Конечно же, многие узнали, любители драм энд бейса, Bad Company. Композиция The Nine — это их самый первый релиз на их же лейбле Bad Company Records. Да. Композиция, которая стала классикой драм энд бейса, и по-прежнему ее играют до сих пор, да. We'll be right back.
Ребят, ну согласитесь, очень мощная композиция, которая по-прежнему актуальна, качает, прет, разрывает. Собственно, я думаю, я уверен в том, что ребята, приехав 29 сентября, сыграют его на фестивале World of Drum and Bass. Касается Essential Mix от Russia Optical, я его, когда первый раз услышал, настолько он мне полюбился, что я его с удовольствием сейчас ставлю для вас, для того, чтобы вы прослушали, какая музыка была в 99-м году именно в Drum and Bass, а именно вот с таким вот техстеп, дарковым звучанием, техновым в меру. В общем-то, здесь множество различных треков, конечно же, лидирующих музыкантов на тот момент, и которые по сей день тоже актуальны. Это REM Trilogy, это NDC, Bad Company, Ed Rush Optical, конечно же. Ronnie Size давно уже ничего не писал толком, но в любом случае, сам Optical, в общем-то, это микс двухчасовой, и мы, к сожалению, прослушаем только первую его часть, но целиковую запись можно найти в интернете. В любом случае, Essential Mix, 99-й год. Yeah. Звучит композиция от REM Trilogy, трио NDC and Mindless Shimon, Terminal One, это REM Records. Была у меня эта эпишка, да... Ну и также я поставил эту запись для того, чтобы те, кто не слышал треки тех времен, чтобы знали, как они звучали. В принципе, очень круто, даже по сравнению с нынешним звучанием, молодыми музыкантами там и так далее, и не только. По сей день многие юзают те же звуки, какие-то перебитовки, сэмплы, которые были актуальны и тогда. Почти 20 лет назад. Эх! Bye.
Итак, ребята, 29 сентября, World of Drum and Bass, клуб Сетион Холл. Артисты, Нозия, главные хедлайнеры ночи. Также Bad Company UK воссоединились наконец-таки, и мы их дернули к нам на праздник. Dimension, один из моих любимчиков, DC Breaks, Slot Star, Panacea, Missiao, DJSS, Rina Lavais, ну и российский десант, это Hydra Prophet, Ozma, yeah. Ребята, ВКонтакте встреча официальная, wiki.com/vodb-moscow. Заходите, там вся последняя актуальная информация касаемо билетов и вообще касаемо новостей фестиваля и также об артистах, конечно же. Звучит композиция от Джонни Эля, The Bells. Его же лейбл Piranha Records. Ну и сейчас будет смиксован один из тоже из моих любимых треков, треков, который очень часто играю. Добавлю еще то, что это классика Virus Records, Edrush Optical, композиция Fixation, вот она вступает. Альбом Wormhole, 97-й год, который тоже стал классикой Drum & Bass, вошел в историю, сумасшедший альбом. Советую всем послушать. Я их на виниле было аж два. Вот именно в то время было модно вот такое вот караетное звучание в Drum & Bass, вот именно в техстепе, в таком в дарковом стиле. Вот эти вот TB-303 накручивали, вот такие вот синты караетные, просто ах! We'll be right back.
чате на стене ВКонтакте, wiki.com/djprofit, идет прямая трансляция через приложение VK Live с отличным звуком. Всем передаю большой привет, машу ручкой. Ну и, кстати, идет обсуждение касаемо drum and bass музыки, то, что она вся одинаковая. Ну, смотря с какой стороны смотреть, с ритмики, да, одинаковая, но в любом случае в ней очень большое количество оттенков. Она бывает жесткая, она бывает веселая, она бывает ментальная, она бывает пасмурная, она бывает такой вот сонливый, туманный, бывает такой диповый, ментальный, жесткой, бывает диповый, мягкой. В общем-то, оттенков моря, вокала сколько в ней, и разного, мужской, женский и так далее, и так далее. Короче, на практически любой вкус. Так как у меня очень большая коллекция была, но в любом случае я ее сейчас в цифровом формате восстанавливаю потихонечку. Я уверен в том, что любому человеку я могу дать послушать, сделать некую подборку из 5 хотя бы даже треков, взрослый, маленький, и ему это понравится, потому что я, в принципе, знаю, какие треки подобрать для человека, чтобы его затронуло за душу. Поэтому, друзья, на самом деле, если у вас какое-то скептическое мнение об этой музыке, не останавливайтесь на этом. Послушайте еще какие-нибудь треки других артистов там и так далее, именно драм и бейса, и я уверен, вы можете изменить мнение об этом направлении. Да, потому что оно, во-первых, начало развиваться с 90-х годов, по сей день захватывает миры, мир, территорию. В частности, вот в Чехии Let It Roll фестиваль собирает по 50 тысяч человек, и он становится все больше и больше. Поэтому музыка развивается. Но в любом случае есть определенная цикличность. Там где-то лет 7 звуки повторяются. Но это не означает, что все одинаково. Нет. Ну а это тоже одна из моих любимых композиций от Rem Trilogy. Mind Overload, Rem Records. Как же она рвет! Боже ж ты мой, сделайте громче! Profit.
Кстати, друзья, еще хочу добавить то, что в то время были длинные сводки, то есть трек играл практически целиковый. Не было как такового понятия фаст-миксинга, где трек играет минута и сразу же сводится другой, а то и быстрее даже, да. Раньше люди гораздо дольше наслаждались композициями, да. От диджей Трейса. Композиция под названием Sonar, Prototype Records. Лейбл диджея Грувфрайдера. Вот сейчас будет настоящая даркуха, друзья. Готовы? Готовьтесь. На обратной стороне этой пластинки композиция «Сфера», тоже DJ Trace написал, очень клевая. Как-нибудь я ее сыграю. Даже, по-моему, был эфир, где я ее играл, но сыграю еще вновь. Очень крутой тоже. TB-303 синтезатор накрутил, там синты очень крутые. Черт, очень.
DJ Crust, Warhead в ремиксе Rem Trilogy, Willie Collins. Композиция вышла на сборнике, это был альбом Planet V, он назывался. Собственно, на этом же альбоме и вышел ремикс на трек от Russia и Optical Function. Он тоже прозвучит чуть позже. Очень много треков из этого микса стали классикой drum and bass, в частности вот такого Dark Side, Tickstep'а. Впоследствии Neurofunk. Saturday night into Sunday. You are listening to DJ Prophet. This week by Ed Rush and Optical. Знаменитый голос Пит Тонга. Еще одна композиция, Matrix Airhead называется, вышла на его альбоме Sleepwalk, Virus Recordings, конечно же, вот сейчас, которая вступает. Вот как раз таки я и говорил о смене настроения, вот сейчас она и произойдет, этот трек более такой ментальный, немножко диповый такой. Туманный. Очень крутой трек, такой маньячный слегка. Опять-таки прослеживаются синты, накрученные TB-303, синтезаторы, да. Жирный бас, опять-таки, который качает, несет тебя. Live over the Capitol. Итак, ребята, следующая среда. Эфир, посвященный проекту Bad Company, их воссоединению и приезду 29 сентября на фестиваль World of Drum and Bass, клуб City on Hall.
кстати, на альбоме Матрикса «Sleepwalk» есть множество композиций, которые, в принципе, вам могут понравиться. Например, «The Saint», «Apache» и еще какие-то. Я уж не помню. В общем-то, гуглите. Но вот эти композиции запомните. DJ Prophet. Ну и вот еще одна вступает классика драм-н-бейса Bad Company, как раз таки композиция Pulse, Prototype Records, Groove Rider, тоже 99-й год. Как она тогда взрывала? Ну вы сейчас поймете, о чем я. Кстати, на нее недавно Prototypes, ребята, сделали ремикс, который пока что еще не вышел. Не знаю почему, но очень ждем. Кстати, некоторые катки валяются в интернете, можно послушать. Собственно, катки — это вырезанные кусочки из их лайв-выступлений, да. Virus Crew, да, Edrush Optical, 99-й год. Bad Company, The Pulse. Transmitted by air is my thought line. Now we've got the determinate size. Could be a gas or some kind of a virus. Друзья, на фестивале World of Drum and Bass я буду, как обычно, и часто это бывает, его закрывать. Мое выступление будет с 6 до 7 утра, поэтому ваши пожелания, что бы вы хотели услышать от меня? Liquid, немножко дипа, либо, может быть, вот такой вот старый саунд, дарковый. Собственно, в любом случае, мое выступление будет отличаться от всех артистов, которые принимают участие на ВДБ 29 сентября. Это уж точно. То есть я не буду играть там мегапопулярные треки, которые будут проиграны по 2-3 раза, а то и больше. Выделимся, да? Сыграем что-нибудь для души. Как обычно я это делаю. We'll be right back.
Итак, на минуточку еще замечу то, что я буду выступать после Панацеи, а после него там месить и так далее. Это, собственно, ну, без вариантов, без вариантов. В основном тут вопрос в том, что я поиграю Liquid, мягкую достаточно музыку, так называем, я всегда называю это свои выступления под утро, это «Доброе утро». И вопрос в том, что старую музыку поиграть или свежие какие-нибудь треки, то опять-таки Liquid Funk, или же там и так далее, «Дипчик». Еще один трек, который тоже является классикой Drum & Bass, это Rush Optical, Bacteria, Virus Records. На него сделали ремикс пендулом, очень такой танцевальный. Ну а это оригинал, да. Кстати, на обратной стороне этой пластинки трек Watermelon, арбуз, очень клевый. А я бы тоже частично, часто, несколько раз играл, вот так вот скажу. И он такой более ментальный, но в любом случае заходит очень круто. Еще добавлю, что он есть в этом миксе, но во второй части, во втором часе, к сожалению, который вы не услышите, опять-таки можно это прослушать, весь целиком микс в интернете, в частности, на SoundCloud, на страничке Optical. Ну а сейчас кислятина пойдет.
You're listening to The Essential Mix on Radio 1 tonight with Ed Rush and Optical. Baseland Show. On DFM. Также, ребят, хочу добавить, что в ближайшее время после World of Drum and Bass, который пройдет 29 сентября в клубе City on Hall, вас ожидает 5 октября Big Rewind со специальным гостем Дилинджа. Также играют DJ Groove, Дэн и я, DJ Profit. Это все пройдет в Арбат Холле. И 20 октября фестиваль The Bassland. По-моему, пятая часть. Артиста называть не буду, иностранного гостя, и вообще состав, и место тоже. Позже.
Кирилл, вопрос, будет ли трансляция вашего фестиваля? Если да, то где? Пока что не могу конкретно и точно ответить на этот вопрос, потому что еще точно, ну, мы еще не договорились, не решили. В общем-то, в любом случае, я об этом расскажу либо в следующую среду, либо через. Либо смотрите информацию в официальной встрече в ОДБ Москва, да. Ну а сейчас идет бристольский саунд, Ronnie Size, Watching Windows, ремиксы DJ-Dia. Кстати, музыка англичан от Bristol отличается. У них разный все-таки саунд. Кирилл, ты спишь вообще? Да, сплю, но мало. В основном дела, работа. У нас у TC Group есть две площадки. Arbat Hall и City on Hall, которыми, собственно, мы рулим, крутим, вертим, да, управляем. Напоминаю, что мы прослушиваем запись Essential Mix Ed Rush Optical 99 года. Очень много треков, ну практически 20 лет назад, очень много треков сейчас звучат такими примитивными отчасти, но в любом случае это было, это нужно послушать для того, чтобы осознавать вот эту вот разницу в звучании, в видении музыкантов, той, вот этой вот музыки драм-н-бейса тогда. Ну и очень много треков до сих пор актуальны, являются классикой драм-н-бейса, до сих пор играются на танцполах. Да, в частности, вот 29 сентября мы в этом лишний раз убедимся. Да, друзья, наконец-то я выложил 7 эфиров. Долг, свой долг я выполнил. Я выложил их в сеть ВКонтакте, поэтому можете прослушать все эфиры. Заканчивая прошлым, да. Ну а этот вскоре тоже выложу. Хотя я не знаю смысл его выкладывать, если оставил запись, которая есть в сети. Но ладно, бог с ним. В любом случае, какую-то полезную информацию вам доношу, да. We'll be right back.
Звучит композиция от Матрикса. Кстати, Матрикс является родным братом Оптикала. Композиция Asylum, Virus Records. Это отличная эпишка. Там есть замечательная композиция Оптикала вместе с диджеем Трейсом. Mercury Switch называется. Советую вам послушать. Да. Этот микс был сыгран полностью из пластинок, на пластинках точнее, слышно хруст, даже в некоторых местах пару раз было, как скакала игла, да. Don't touch that dial. Ну и, кстати, следующая композиция будет завершающей сегодняшнему эфира. Это классика, опять-таки, Ed Rush Optical, композиция Function, V-Recordings, ремикс, который вышел только вот на этом альбоме. Ох, как долго я гонялся за этой пластинкой, представить себе не можете, но все равно она у меня есть, и даже она у меня не сгорела, осталась в какой-то из сумок и дома, либо в офисе. В общем-то, друзья, спасибо вам за внимание. В общем-то, всех благодарю. Запись попозже все-таки выложу, да. Это был микс Ed Rush Optical Essential 99-го года. Он двухчасовой, проиграл всего лишь час. Целиком ищите в сети. В общем-то, до следующей среды, в следующую среду я по-любому сделаю эфир про Bad Company, как я и обещал. Самые лучшие треки. Всем пока!